предстоящие выходные на большой экран выходит семейный комедийный мультфильм «Фиксики против кработов». Это второй полнометражный мультфильм про маленьких человечков. В 2017 году «Фиксики. Большой секрет» посмотрели более 2,5 миллиона зрителей, поэтому рейтинг ожиданий второй части примерно такой же. С 21 декабря новинку можно будет посмотреть и в ККЗ «Панорама» на Смоленском 29. Фиксики – маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. От людей фиксики скрываются. В мире есть всего несколько счастливчиков, которые общаются с ними. В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о которой знают только мальчик Дим Димыч и его подруга Катя. У нас хорошие шансы! Берегите головы! Здравствуй, Симка! Как тебе моя подводная лаборатория? Впечатляет? Но однажды там появляются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. Кто такие эти странные роботы-кработы? Что им нужно и кто стоит за ними? Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель. И профессора вызывают на дуэль, чтобы свести старые счеты. Кработы полда, что ты снова натворил? Раздолбал, разобил, никуда опять полез. Кработы балбес! Новые друзья Мега и Альт придут на помощь нашим фиксикам. И все попадут в невероятный водоворот приключений. Заказ бронирования билетов на мультфильм на сайте panorama-tver.ru или по телефону 300 033.